Добрый день, уважаемые слушатели Директ Академии. Рада новой встрече с вами. Надеюсь, она пройдет так же интересно и продуктивно для вас, как и предыдущие встречи. А сегодняшняя тема – выбор литературы для онлайн-курса «Что стоит учесть». Вы, наверное, знаете, те, кто был на моих предыдущих встречах, что я очень много внимания уделяю всяким практическим штучкам, лайфхакам. Но сегодня я хочу, чтобы вы вместе со мной более глубоко и обстоятельно окунулись в тему. И поэтому я начну издалека. Сегодня я начну с аналитики, с обзора ситуации в целом, с онлайн-обучением, с онлайн-курсами. И позже вы поймете, почему я это делаю. Как всегда, я вас призываю активно участвовать в нашей беседе. Я открыта к комментариям, дополнениям, возражениям. Очень меня всегда радует ваша активность в чате. Поэтому не стесняйтесь, будьте активны и позитивны. Сейчас давайте тогда уже потихоньку начинать. Это очень такой приблизительный план нашей сегодняшней встречи. Немного статистики, тренды, этапы создания курса. И контент решает. Вот последняя фраза «контент решает», она может пониматься вами максимально широко. Я туда включила и мое видение, каким должен быть контент для онлайн-курса, откуда его брать, где его можно увидеть, чем дополнить свой курс. В общем, это такой основной пункт нашей встречи, но самый такой большой. По времени, да? Так, ну, сначала, как я обещала, немножечко статистики, аналитики. Сначала плохие новости. Так я заглавила свой слайд, но обычно сначала идут плохие новости, потом люди просят хорошие, да, если мы хотим кому-то сообщить несколько новостей. Ну вот я решила начать с плохой. А в 2023 году рынок онлайн-образования продолжал переживать спад. Этот спад начался по объективным причинам, на которые мы с вами не можем повлиять в 2022 году, и продолжился в 2023 году. Как это отразилось на нас с вами? Мы, возможно, лично я, может быть, и вы заметили, что снизился интерес к онлайн-курсам по определенным темам. Меньше стали покупать онлайн-курсы, меньше стало на рынке появляться онлайн-школ, а те игроки, которых принято называть топовыми, да, топ-10, они немножечко затаились, не выпускали каких-то новых проектов, а продолжали совершенствовать свои старые, хорошо работающие программы, платформы. И так происходило в течение всей первой половины года 2023-го. После лета 2023 года наметилась некоторая тенденция восстановления. Это можно объяснить тем, что изменилась немного ситуация на рынке труда. Появились дополнительные потребности и возможности для дополнительного образования, повышения квалификации людей самого различного, самых различных сфер деятельности. Конечно, полностью индустрия EdTech, Educational Technologies, еще не восстановилась. Долго мы этого еще не увидим, наверное, но не будем пессимистами. Причины, почему так произошло, они на слайде. Очень был ощутим уход зарубежных онлайн-площадок. Начиная от Canva, заблокированной, да, заканчивая
Facebook и Instagram. А большинство коучей, онлайн-школ продвигались как раз на этих двух площадках. Они нанимали специальных СММщиков, таргетологов, которые работали, делали основной упор именно на эти площадки. Но очень массовый был с них отток в 2022-2023 годах. А плюс еще добавило масло в огонь то, что окончилась пандемия, все потихонечку стали возвращаться в офлайн, меньше стали покупать, возможно, курсов, которые могли бы им пригодиться во время пандемии. Вот такие вот объективные тенденции. До 2022 года вот так выглядела статистика использования соцсетей. И для обучения, и для продвижения. Это и со стороны потребителей, это и со стороны коучей, преподавателей, наставников, авторов курсов, методистов и так далее. В общем, где в основном встречались люди, теперь их нет. Но у нас появляются потихонечку альтернативные площадки для продвижения. Мы обратили свое внимание и взоры, наконец-то, на ВКонтакте. ВКонтакте нас радует большим количеством дополнительных сервисов, в том числе сервисов для онлайн-обучения, самообучения, самообразования и ведения образовательного бизнеса. Также много возможностей появилось и в Telegram. Это и каналы, и продвижение каналов стало более понятным, прозрачным и доступным для самых обычных людей, для преподавателей, которые решили, например, продвигать свой онлайн-курс. Есть и там возможности тоже. Хорошие новости. Рост продолжится. В конце моей презентации есть ссылочки на источники, данными которых я пользовалась, на всю аналитику. Вы можете это сами более подробно почитать, если заинтересует. Рост, который начался во второй половине 2023 года, он продолжится. Давайте рассмотрим по четырем основным сегментам. Это дополнительное профессиональное образование, который занимает почти половину рынка EdTech, образовательных технологий. Да? А сейчас там действует 6200 организаций, которые предлагают повышение квалификации, дополнительное образование для всех-всех сегментов, для всех-всех отраслей. В 2023 году их рост этого сегмента достигал 30%. То есть на 30% это довольно-таки шустрое восстановление. А тоже большой-большой кусочек этого пирога, да, образовательного, это детское, дополнительное детское образование. Это курсы всевозможные, подготовка к школе, логопеды, иностранные языки, возможно. Но про языковые школы мы чуть попозже поговорим. Темп просто у них тоже был очень хороший. Они как будто проснулись и начали восстанавливаться. Рост, можно сказать, взрывной у этих первых двух площадок. Далее, языковые школы. Ну, тут не все так радужно. Рост гораздо более медленный. Можно только догадываться, почему. Снизился интерес к некоторым языкам, но на фоне взрывного роста интереса к китайскому. Но посмотрим, как будут развиваться события. Это всегда очень интересно, когда происходит такая пертурбация, такая борьба. Бизнес-образование ушло в минус на 22%. Это вот очень ощутимый урон для рынка. То есть можно сказать, что вот этот рыночный пирог за 2023 год очень сильно видоизменился, стал совершенно другим. Но тем интереснее для нас. Может возникнуть вопрос, а каким образом это коснется меня? Я всего лишь маленький, скромный преподаватель. Здесь можно провести такую нить рассуждения.
так или иначе, вот это, эти все виды изменений вверха, где-то там наверху, где мы думаем, что это нас не касается, среди крупных игроков, на уровне там даже государства, да, сотрудничество с государством. Но так или иначе, вот эти вот мелкие волны, мелкая рябь, она докатывается и до нас. То есть откуда-то из середины вот этого океана, где бушуют эти страсти, где разворачивается вся вот эта драматургия. Вот эти вот отголоски, вот этих волн, они, конечно, доходят и до нас. Да? Мы на себе можем видеть изменения запроса наших учеников, клиентов. Они нам могут это прямо озвучивать. Меня теперь интересует вот эта тема взамен той, которой мы интересовались ранее. Да? И вот клиент может сказать, я хочу, чтобы вы обучали моих сотрудников китайскому языку, а не английскому. Ну например. Да? То есть это все равно так или иначе нас коснется. Тренды, они тоже ведь бывают разные, долгосрочные и краткосрочные. А то, что сейчас происходит, вот эти вот сильные масштабные изменения, да, когда наше образовательное море штормит, я уже второй образ применяю, то у нас это был пирог, то теперь это у нас море. Ну, как ни крути, везде эти аналогии, да. А то, что сейчас происходит, вот эти вот краткосрочные тренды, они очень подвержены влиянию извне. Вот случился кризис, снизилась покупательская способность. Пожалуйста, мы это ощущаем в том, что меньше стали нанимать преподавателей организации, меньше стали покупать курсов, работодатели начали меньше вкладываться в обучение сотрудников. А долгосрочные тренды, они менее подвержены влиянию извне. То есть, что бы там ни случилось вот, в ближайшие год-два, что ни произошло в прошедшие пару лет, тренд все равно его не изменить. Онлайн-образование, оно прочно вошло в нашу жизнь, и никуда оно не уйдет. Тот всплеск, который мы сейчас наблюдаем, например, к китайскому, взрывной интерес к китайскому, это не значит, что так и дальше и пойдет. Все будут срочно учить китайский, а про английский забудут и учебники на пыльную полочку положат. Нет. Английский как был языком IT и передовых научных знаний, так в ближайшие несколько лет он и останется. И никуда он не денется. Хотя поначалу, в 2022 году особенно, у нас могло сложиться понимание, да кому сейчас нужен английский? Вообще его надо убрать, олимпиады прекратить, про ЕГЭ забыть, все-все-все-все-все, мы открещимся. Но от долгосрочного тренда никуда не убежишь. Параллельно с интересом к китайскому европейские языки никуда не уходят. Они остаются, потому что уже слишком долго они с нами. Ну и по многим другим тоже причинам. Если вы еще раздумываете, нужен вам онлайн-курс или, может быть, уже создали какое-то количество онлайн-курсов и думаете о новом, где продвигаться, как делать, что делать, в какой сфере развиваться, то, возможно, вот эти вот 5 инсайтов, которые я для вас подготовила, наведут вас на какие-то полезные мысли, как дальше развиваться как профессионалу, что делать. Первое, с чего я хотела бы начать, это вот, как ни странно, то, что в середине короткие видео. Уже не из одного источника я слышу и читаю о том, что по опросам 94% пользователей предпочитают короткие учебные модули. Предпочитают короткие обучающие видео. Наверное, вы сами по себе заметили, что вам уже стало трудно смотреть длинные видео. Уже никто не будет смотреть, как кто-то 42 минуты готовит суп. Если это можно сделать за одну минуту, например, в клипах ВКонтакте или в ТикТоке. Да? Никто уже не будет слушать длинные пространные рассуждения о воспитании ребенка, если их можно уместить в какой-то короткий клип, с яркой графикой и запоминающимися образами. То же самое и коснулось онлайн-курсов. Нужно давать информацию, вбрасывать, да, короткими, емкими блоками.
Вот запомните вот эту мысль, мы к ней еще чуть позже вернемся, про блоки, блочное построение. Да? А почему эти модули должны быть короткими? Перед человеком возникает такая вот достаточно короткая перспектива. Он видит, насколько реально пройти этот модуль, что это не займет много времени. Он себя может уговорить на то, чтобы посидеть час, да, поизучать и получить результат. А когда перед ним целая вот такая вот махина курса, да, и конца края не видно этим заданием, то уже, согласитесь, настроение уже другое, мотивация немножечко стихает. Вот, чтобы этого не происходило, нужно делить информацию на удобоваримые куски. Грубо говоря, у меня есть 40 минут в обед, я могу посвятить их изучению глоссария, просмотру учебного видео, текста и выполнению нескольких упражнений. То есть я быстро получу какую-то пользу, быстро получу результат. Это очень важный момент. Люди меняются, рынок меняется вслед за ними, да, вслед за их запросами, потребностями. Следующее. Бум IT. Он же ведь касается не только программирования, робототехники и так далее. Возникает много смежных интересов, да. Например, рост интереса к изучению английского языка, потому что это язык айтишников, язык программистов. Да? Очень много там всего завязано на английском. И поэтому, вот даже если брать мой город, при онлайн, при компьютерных академиях для детей обязательно существуют курсы английского языка, где буквально, ну, сейчас точно не скажу, но вот я преподавала в такой академии, наверное, лет с 9 из 10 приходят ребятки, мальчики, девочки, которые уже вполне готовы воспринимать вот эту профессионально ориентированную лексику. Конечно, очень дозированно, конечно, очень так в упрощенном виде, но тем не менее они уже хотят читать какие-то руководства пользователя, какие-то мануалы, инструкции на английском, каким-то приложением, да, информацию. Они уже этим живо интересуются, им надо это дать. Это надо дать им, их родителям тоже, да, что показать, что мы можем не только преподавать робототехнику, программирование, языки программирования, но и иностранный язык, который поможет детям развиваться. В частности, вот те дети, у которых я преподавала, они ездили на Олимпиаду по робототехнике в Москву, и там задания были на английском языке. Какие-то промо-материалы, какие-то обучающие, сопутствующие видео, мини-видео тоже были частично на английском языке. Вот так вот. Старшая целевая аудитория. Специалисты 40+. Снова востребованы у работодателей. Не знаю, почему так происходит, но этот тренд меня как представителя этой возрастной группы. Потому что если раньше 40, а тем более за 45, нужно было уже потихоньку готовиться к пенсии, учиться вязать носки и закатывать банки, то сейчас 40-45 – это середина карьерного пути. Да? За спиной 20 лет опыта, обучения, все декреты уже пройдены, да? И впереди еще 20 лет. 20 лет человека опытного, владеющего аналитическим, критическим мышлением, профессионализмом, определенным уровнем профессионализма. И многие работодатели понимают, что это круто. Это действительно очень хорошая такая новая возможность, да, дать своему бизнесу дополнительный стимул, дополнительный рост. Это мотивированная аудитория 40+. Да? Так, о чем еще хочу сказать? Тренд под названием «карьерная поддержка». Что это такое?
организации, онлайн-школы, которые предлагают свои обучающие курсы, курсы повышения квалификации, часто предлагают возможности для трудоустройства, а также определенный набор дополнительных материалов. Например, курс повышения квалификации для кадровиков может включать в себя какие-то разработки для проведения правильных собеседований, да, передовой опыт HR со всего мира. Вот такой вот может быть бонус. Да? Если это курсы для менеджеров, может быть включен блок, например, по продажам или по презентации новых продуктов. Это уже рассматривается как должное, как необходимость. Раньше это преподносилось как вау, главная фишка, главное конкурентное преимущество. А сейчас такие бонусы есть у многих. Что это значит для нас, людей маленьких? То, что мы можем в свой онлайн-курс, который мы будем создавать, да, включать какие-то бонусы, которые помогут вашей целевой аудитории, человеку, прошедшему ваш курс, как-то продвинуться еще и профессионально. Да? Как себя правильно подать на собеседование, там, как написать сопроводительное письмо и так далее. И последнее, ну, по порядку, но не по значению, это сотрудничество с государством. В том или ином виде поддержку от государства получают 20-30% игроков рынка образовательных технологий. Нужно посмотреть, в каждом регионе есть меры правительственной поддержки, правительство области, правительство региона или муниципального образования для преподавателей. Например, у нас в моем регионе ежегодно проводился и, скорее всего, сейчас тоже проводится конкурс среди представителей малого бизнеса. Победители конкурса получают дополнительные меры поддержки, продвижения. О них снимается сюжет бесплатный, который крутится по каналам региональным, и в том числе региональные вставки федерального канала. О них пишут газеты, то есть предлагаются какие-то партнерские варианты развития бизнеса, помощь в лицензировании, помощь с помещением и так далее. Условия, опять же, надо проверять каждому для своего региона. Поэтому не только крупные игроки могут рассчитывать на какую-то помощь от государства, да, какие-то гранты, но и маленькие школы, в том числе языковые школы, да, мы сегодня говорим об иностранных языках, имеют возможности представить себя на каких-то площадках, появиться, заявить о себе и впоследствии получить меры поддержки. Поэтому к сотрудничеству с государством я бы присмотрелась. Все больше и больше хороших возможностей появляется. Так, идем дальше. Этот слайд я для себя описала что-то новенькое. Возможно, для вас это и не новенькое, это еще пара трендов, которые не остались незамеченными на нашем образовательном рынке. Первое – это буткемпы. Что такое буткемп? Это короткий интенсивный курс, решающий точечно какую-то задачу. А также ориентация, переориентация, скажем, да? Go East. У нас раньше было Go West, мы стремились больше сотрудничать, да, с западными странами. Сейчас все больше компаний, в том числе и образовательных, ищут себя на рынках стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока, которые к России сейчас расположены максимально доброжелательно и открыто, и дружелюбно. В связи с этим рост интереса, прогнозируется рост интереса к русскому как иностранному. Возможно,
кто-то пройдет дополнительное обучение, да, чтобы иметь право, возможность преподавать эту дисциплину русский иностранцам. Не только иностранный для русских, но и русский для иностранцев. Возможно, кто-то из вас посмотрит по-новому на это направление. Так. Ну, а теперь давайте перейдем к сути нашей сегодняшней встречи. Это создание онлайн-курса. Давайте представим, что вы решили создать свой онлайн-курс, если вы его еще не создали, у вас еще его еще нету, да? Но представим, что вы озаботились этой проблемой. А причин для этого может быть множество. Онлайн-курс это и дополнительные баллы к вашей профессиональной репутации, это и источник активного или пассивного дополнительного дохода. Поэтому нет причин не подумать о собственном онлайн-курсе. Итак, перед вами этапы создания онлайн-курса, начиная от определения целей и задач, заканчивая обновлением и поддержкой. Посмотрите их сколько. Такое громадье этапов, конечно же, может кого-то отпугнуть, но не надо этого бояться. Определение целей и задач. Прежде чем заниматься онлайн-курсом, вы должны, конечно же, представить, что это будет за курс, какие у него цели и задачи. Какую задачу клиента, ученика способен решить ваш курс. Может быть, он изучит все времена. Может быть, это будет курс для работы с иностранцами, ведения бизнеса с иностранцами, работы в иностранной компании. Может быть, это будет короткий курс для прохождения собеседования. Да? Цели могут быть совершенно различными. Дальше. Изучаем целевую аудиторию, ее ППЦ. ППЦ – это не то, что многие подумали, это проблема, потребность и цель вашей целевой аудитории. Когда вы создаете курс, вы примерно представляете портрет вашего потребителя, да? Что он хочет, что он вам может заявить. И здесь желательно не представлять это, да, медитируя с закрытыми глазами, а внимательно слушать людей, учеников, их родителей, если это школьники, или взрослых учеников, которые проходят. Внимательно слушать, записывать их формулировки, да? Потому что при помощи именно таких формулировок вы дальше будете свой курс продвигать, потому что это язык вашего потребителя. А потребитель любит, когда с ним говорят на его языке. Когда вы определились, какие проблемы, потребности и цели у вашей аудитории, вы начинаете уже набрасывать штрихи вашего будущего курса. Разрабатывайте учебный план и структуру курса намечайте. А вот во вкладочке «Файлы» я буквально перед самым началом встречи прикрепила и сделала доступным для скачивания файл шаблон курса. В таком формате мы как раз набрасываем план курса, записываем туда все единицы, кванты этого курса, да? Там идет и разбивка по блокам, потому что мы свои курсы в ресурсном центре иностранных языков разбиваем по блокам. Урок разбивается на блок, и блок как раз является вот самой минимальной вот целостной такой единицей учебной. Дальше идет продакшн, создание самого контента, да? Вы подбираете литературу, да, под вашу вот эту вот разбивку, которую вы примерно сделали по урокам, по темам, какие вы темы включите в свой курс, да, на какие подтемы вы их разобьете, подбирайте под них литературу. Записывайте аудио и видео при необходимости, да, какой у вас формат будет, я не знаю. Проверяйте, как можно меньше должно быть ошибок, потому что ошибки очень-очень заметны,
и очень-очень портят репутацию. Да? Вот один грамм ошибки способен испортить килограмм созданной вами репутации. Поэтому большое внимание качеству контента уделяем. Дальше. Выбор платформы. Где вы его разместите? Где вы будете делать свои интерактивы, интерактивные упражнения, где будете реализовывать? Об этом тоже нужно подумать, внимательно посмотреть, что предлагает рынок, и выбрать то решение, которое подходит вам на начальном этапе. Но это не значит, что потом вы не сможете сменить платформу. Просто определитесь для начала, вот в той точке, где вы находитесь сейчас, что вас устроит. Дальше, адаптация и настройка. Возможно, тот контент, который вы замыслили, будет не очень подходить под возможности платформы, и вот здесь нужно будет их поженить, ваш контент и возможности платформы. Возможно, даже платформа предложит больше возможностей, чем вам надо, и вы задумаетесь над тем, чтобы сделать ваш курс еще больше, чем, еще лучше, чем вы его замыслили. Возможно, и так. Дальше, тестирование и оценка. На пользование вашим курсом, за который вы, например, потом планируете получать какую-то прибыль, какой-то профит, запустите для начала туда несколько бесплатных пользователей. Они вам дадут одну очень бесценную вещь. Это называется обратная связь. Какая бы она ни была, это ваш подарок. Воспринимайте это как подарок. Если кому-то что-то не понравилось, он говорит, а мне вот это неудобно, берите на карандаш и пробуйте, как устранить эту проблему, да? Если вас только хвалят, говорят, как прекрасно, как замечательно, у меня нет слов, я в шоке, это даже хуже, потому что вы не видите возможности, куда вам двигаться, вам не говорят никакой конкретики, что понравилось. Поэтому любая обратная связь, она подарок. Ну, кроме такой вот пустой, неинформативной, наверное. Она только самолюбие потешит. Запуск и продвижение. После того, как вы получили определенную обратную связь, собрали отзывы, потому что отзывы – это очень важная часть, вы можете уже выбирать площадки и составлять план мероприятий по продвижению. Что это будет? Может быть, вы расскажете об этом на своей личной странице, может быть, вы заведете какой-то телеграм-канал, где будете выкладывать кусочки своего курса и как-то привлекать к нему внимание. Вот. И время от времени не забывайте критичным взглядом проходиться по вашему курсу и добавлять туда какие-то материалы. Делайте его лучше, меняйте какие-то технические моменты, потому что рынок растет и развивается. С каждым днем появляются какие-то новые сервисы, объять которые одному человеку невозможно. Да? Вот столько информации в голове просто не помещается. Но все-таки надо стараться следить за обновлениями, новыми тенденциями. Без этого, без развития никуда. Итак, переходим к нашей части под названием «Контент решает». Каким должен быть хороший онлайн-курс иностранного языка? Это мое видение. Вы можете писать свои дополнения, пожалуйста, в чатик. Но если вам откликается вот тот набор критериев, который я вывела на слайд, я вас попрошу все-таки о поддержке в виде огонечков. Это системность, структурированность, интерактивность, достижимые задачи, цели, развитие всех ключевых языковых навыков. Ну, по возможности, гармоничное, равномерное развитие всех ключевых языковых навыков. Если вам такая концепция заходит, поставьте, пожалуйста, огонечки. Мне будет очень приятно. Так, один вижу, два вижу. О, здорово. Значит, я не одна. Но сейчас я поясню, что я имею под этим в виду. Пока, может быть, просто не очень понятно, что я под этим понимаю. Давайте посмотрим более конкретно. Что имеется в виду под системностью? Системность – это видение конечной точки, видение точки Б из точки А и планомерное движение к этой точке Б. То есть должна быть какая-то система. Структурированность. У курса должна быть четкая структура. Это разбивка по
блокам, подблокам, урокам, темам, под темам, неважно, как вы это назовете, но вот это вот дерево, структура, да, должна быть четкая, она должна просматриваться. Например, там у вас в курсе будет 15 уроков, да, в каждом уроке будут определенные блоки. Возможно, вы их построите, там, блок грамматики, блок фонетики, блок чтения. По-разному можно подойти. Можно подойти, исходя из тематики текстов, которые вы будете включать в курс. У каждой темы может быть много аспектов, много подтем. Дальше. Интерактивность. Это значит, что помимо знакомых уже всем текстовых упражнений, вопросы-ответных, там ответьте на вопрос, answer the following questions и так далее, должны быть интерактивные какие-то виды деятельности, да, что-то подвигать, где-то что-то подставить. Это с любой точки зрения хорошо, это делает более увлекательным сам процесс обучения, да, на интерактивных упражнениях можно построить даже какой-то элемент геймификации, ввести в ваш курс. Это тоже сейчас тренд, тоже сейчас модно. От мала до велика геймификация вот это идет. Да? А также это вам, как и преподавателю, удобно, потому что задания могут назначаться автоматически, задания могут проверяться автоматически. Вы получаете уведомления о выполнении заданий. Вы выдаете эти задания вручную или, опять же, автоматически настраиваете. Это в любом случае экономит и время, и усилия. Ставить достижимые задачи. Вот это опять перекликается со структурой. Деление курса на блоки должно быть таким, чтобы каждый блок можно было пройти за относительно небольшое количество времени. Ну, для взрослых, ну, это оптимально, ну, минут 40-50, да, сколько человек может уделить изучению иностранного языка. Если он видит, что урок очень большой, и за один раз он его никак не пройдет, это ведь, понимаете, это ведь дополнительный труд. Когда ты, например, посидел час, больше часа у тебя сейчас нету, ты занят. За час ты не решил какую-то одну, хотя бы там, небольшую задачу, да, и тебе снова придется через время возвращаться и вникать в это. То есть затрачиваешь дополнительное время, дополнительные усилия. Надо стараться этого избегать. Нужно деление на небольшие блоки. Дальше. Курс должен гармонично развивать все ключевые языковые навыки. Это и аудирование, и письмо, и говорение, и чтение. А в первую очередь чтение, конечно же, такое поисковое, то есть чтобы тренировались еще такие необходимые скиллы, как быстрый поиск необходимой информации в тексте, да, потому что много-много информации на нас сейчас сваливается, нам нужно ее уметь быстро нужно находить, отфильтровывать и перерабатывать. Говорение, устная речь. Сейчас появляется много возможностей сделать говорение частью такой вот высокотехнологичной изюминкой курса, да, то есть строить элементы искусственного интеллекта, да, это может быть бот, который поболтает с вашим учеником на какую-то тему, да, или можно сделать более просто все и классически в формате перевернутого класса, когда ученики самостоятельно изучают определенное количество блоков, да, а на онлайн занятие, да, на онлайн встречу выносится, например, какое-то обсуждение, дебаты, подведение итогов по теме, может быть какой-то интересный формат типа викторины, что где когда, теледебаты, например, да, и так далее. В общем, все можно продумать, да. Аудирование. Я прям очень ратую за то, чтобы в каждом уроке, в каждой теме обязательно были дополнительные аудио- и видеоматериалы.
потому что они дают дополнительную мотивацию, пробуждают интерес. И потихонечку-потихонечку стирает вот этот страх перед аудированием, потому что вот сейчас вот многие ученики, которые приходят, у них прямо один из таких больших страхов, помимо грамматики, конечно, это аудирование. Ой, я боюсь, я ничего не слушаю, ничего не понимаю, что они там говорят. Они очень быстро говорят. Вот чтобы вот этого не было, должно по капельке вводиться в каждом уроке, под разными соусами подаваться, но так или иначе, конечно, должно быть. Коллеги, если вам такой подход откликается, я прошу ваших огонечков. Ну, а мы переходим к следующему моменту. Подбираем пособие, учебное по теме курса. Что здесь нужно учесть? А какие требования современные существуют к онлайн-пособиям? Первое – это актуальность. Очень хорошо, если ваше пособие будет не старше 10 лет, потому что сейчас 10 лет – это прям критический срок, это прям отсечка такая, да, потому что очень многое меняется. Появляются новые технологии, да. Если у вас в учебнике до сих пор там кто-то listens to CDs, то попробуйте объяснить вот детям, что такое listen to CD. Они уже не помнят, что это такое CD, компакт-диск, да, вот такие моменты. Нужно дополнительную пояснительную бригаду, да, что это такое. Ну, лучше, если это будет что-то более такое актуальное для них. Релевантность. Материалы должны соответствовать выбранной теме, но здесь все просто. А вот посмотрите, что может вместить в себя такое простое словосочетание, как качество материала. Что я понимаю под качеством материала. Если вы согласны, то прошу, опять же, вашей поддержки. А аутентичные тексты. Я за аутентичные тексты. То есть даже если учебник создан, написан, издан в России, автор должен опираться на аутентичные тексты. Это могут быть статьи из журналов. И газет, это могут быть какие-то блоги у известных блогеров, это могут быть какие-то подкасты и так далее. Выверенные глоссарии. Что значит выверенный? Значение слов должно пробиваться по нескольким источникам. Не увлекаться юзерскими словарями пользователя, например, на мультитран. Есть такое дело. Лучше пользоваться выверенными, проверенными источниками и проверять по нескольким источникам словосочетания. Например, какие-то устойчивые вы даете, что-то включаете в тесты, да, как вариант ответа. Проверяйте, действительно ли это правильный вариант, действительно ли это неправильный вариант. Да, может быть, где-то два варианта, возможно. И потом вас подловят и скажут: Мария Петровна, а я вот видел, что можно еще и так. То есть здесь два правильных ответа, например, на этот вопрос по грамматике. Поэтому здесь надо проверять, ну, не только грамматику, но и, в первую очередь, глоссарий, ту лексику, которую вы даете. Наличие разного типа упражнений. То есть упражнения должны быть одни и те же, вот из урока в урок повторяться. Должно быть какое-то разнообразие. Может быть, это даже под вид будет одного и того же упражнения, но немножечко с разных углов, с разных сторон. Дальше. Грамматические блоки с практикой. Здесь я имею в виду, например, если у вас профессионально ориентированный английский. Например, английский для строителей, английский для программистов, английский для врачей. То смотрите, пожалуйста, какие грамматические явления нужны для того, чтобы читать и понимать специализированную, да, профессиональную литературу. И, исходя из этих тем, создавать какие-то дополнительные грамматические комментарии. Например, никуда вот в научной литературе не деться нам от страдательного залога. Поэтому, например, уделяем ему большое внимание. Или, например, словообразование. Потому что много интернациональных слов используется в научно-популярной, в академической среде, да, нужно, соответственно, дать какую-то справку по словообразованию.
прилагательных, да, существительных глаголов, какие основные суффиксы, приставки используются. Ну, это я так для примера. Вы можете видеть в своей сфере, в своих материалах какую-то еще, да, распространенную проблему. То есть надо видеть вот эти вот моменты. Дальше. Аудио по теме с упражнениями. То есть не просто дать аудио, а дать аудио с разработанными уже по этому аудио упражнениями, чтобы проконтролировать понимание. Потому что дать просто послушать, а потом отвечать на вопросы, ну, это, наверное, хорошо, это возможно, это может иметь смысл. Но лучше, если вы выжмете все, что можно выжать из этого аудио. Новую лексику, устойчивое словосочетание, предлоги, фразовые глаголы. А на это нужны определенные упражнения, чтобы привлечь внимание ваших учеников к этим проблемам. И показать, что смотрите, сколько всего можно извлечь из маленького отрывочка. Дальше. Дополнительные материалы в книге или онлайн. Если вы пишете учебник, да, пособие какой-то, свой курс, то обязательно добавляйте статьи, вышедшие по теме, мнение пользователя, результаты исследований по вашей теме. Это все дополнительно придаст вашему курсу вес. Также обязательно оставить методические рекомендации для тех, кто будет изучать это самостоятельно. Ну, можно это сделать в виде маленькой памятки в начале или в конце курса, а можно сквозь весь курс давать более подробное описание упражнений. Что это за тип упражнения, что он тренирует. Посмотрите, вот если мы имеем дело со взрослыми, взрослым надо объяснять, для чего это упражнение, почему они его должны сделать. Да? Взрослым это вот где-то лет 16. Какой навык упражнение это разовьет? Какого типа это упражнение? К чему оно ведет, может быть? Это может быть полезно как для методиста, для преподавателя, который вот будет работать с вашим курсом, если вы его планируете передавать другим преподавателям, так и для взрослых и мотивированных или недостаточно мотивированных учащихся. То есть надо объяснять людям, что это и для чего это. Вот в нашем ресурсном центре мы сделали такие каждому упражнению, каждому тексту коротенькие справочки. Какого типа это упражнение? Для чего оно вводится в курс? Для чего оно предназначено? Что оно поможет сделать? Так, если говорить про выбор литературы, то, конечно, удобнее, когда у нас есть что-то, где эта литература по вашей теме компактно собрана. И все, что вам нужно, это пройтись по списку и выбрать то, что вас устраивает. Мы в ресурсном центре долго думали, как это сделать удобоваримо. В итоге разбили все вот по таким, весь наш каталог, ну, почти весь, да, здесь только самое лучшее, самые сливочки в этих подборочках, мы их разбили по темам. Например, аспирантам и магистрам. Учебники для тех, кто собирается поступать в аспирантуру или уже в ней учится, или пишет магистерскую диссертацию, и ему нужен английский. Да? Экономистам и менеджерам. Тут не только английский, тут и разные языки. Здесь понятно. Для тех, кто хочет самостоятельно потянуть английский в этой сфере, и для преподавателей, которые ведут на этих специальностях в учреждениях СПО или высших учебных заведениях. Естественные науки, экология, медицина, сельское хозяйство. Здесь учебники собраны не только по английскому языку, здесь по разным языкам. Так, ну, художественная литература, это, наверное, лингвистам, да, на дополнительное чтение. У них есть такие предметы, как домашнее чтение, аналитическое чтение. Здесь вот все собрано тоже по языкам. Юристам, пожалуйста, учебники и справочные материалы по юриспруденции на разных языках. Лингвистам и переводчикам. Например, какие дисциплины изучаются на специальности лингвистика? Теоретическая грамматика, теоретическая фонетика, что еще там? Теория и практика перевода, технический перевод,
фоностилистика, лексикология, все вот это собрано в одном месте и очень удобно в использовании, без репетитора. Это, например, вот учебники для тех, кто желает изучать английский сам. Ну, дальше без комментариев. Реклама, маркетинг, пиар, да, тоже такая сфера востребованная. Гостиничное дело и туризм для психологов, для искусствоведов и дизайнеров, транспорт и логистика, военное дело, информатика, инженерия. В общем, можно заходить и выбирать, в каждом разделе собрана вот именно выжимка из нашего каталога, что самое лучшее, самое интересное, релевантное соответствующей теме. Ну и по возможности, конечно, актуальное. А компоновать литературу, да, которая будет лежать в основе вашего курса, можно по-разному. Я вот вывела здесь два подхода, которые я использую. Взять один основной учебник, который вот меня почти по всем параметрам устраивает, но вот одного идеального учебника я не встречала вот за всю мою долгую профессиональную жизнь. Я не встречала какого-то идеального учебника, который вот бьет и попадает во все потребности. Нет, обычно это один основной учебник и несколько дополнительных. Где-то лучше преподнесена грамматика, где-то хорошие фонетические комментарии, орфографические комментарии. Но это важно, согласитесь, да? Поэтому вот такая возможная компоновка. Один основной, и на основе его, собственно, выстраивается вот это дерево, структура вашего курса, и вкрапления мелкие идут в зависимости от того, где они уместны. Да? Или 3-4 равноправных пособия, может быть и больше, это примерная цифра в среднем, для оптимального охвата тем. Если вы видите, что одного идеального учебника, который охватил бы все темы, которые вы хотите осветить в курсе, нет, то, пожалуйста, можете взять 3-4 таких тяжеловеса основных и расширить список тем, которые вы планируете включить в свой курс. То есть их может быть бесконечно много, в зависимости от того, какую вы цель преследуете, да, что вам поможет. То есть воюйте с тем оружием, которое вам может сослужить лучшую службу, да, в конкретной ситуации. А здесь я показала, как мы структурируем курсы. Вот она, табличка, которую я прикрепила в вкладке «Файлы». Да, вы можете себе скачать и использовать для планирования курсов. Вот немножечко приоткрою нашу кухню. Да, например, вот урок английский для строителей. Вот, пожалуйста, глоссарий, откуда берется глоссарий, какую формулировку мы даем к этому глоссарию, текст. Если просто страница, это значит, что глоссарий оттуда же, откуда текст, оттуда же, откуда и глоссарий. Формулировка к тексту, потому что у авторов учебников свои формулировки, да, а вы можете их менять в зависимости от вашей аудитории. Упражнения, на каких у вас будут текстовые, где будут интерактивные упражнения с формулировками, да, все это можно удобно делать в виде такой таблички. Сделали матрицу, потом пошли по этой матрице уже непосредственно выкладывать все на ту платформу, которую вы выбрали. Это логично. Это, во-первых, можно делегировать. Имея такую структурированную таблицу, вы можете делегировать продакшн, то есть выкладку вашего курса, любому обученному человеку. Ну, тот, который разбирается в вашей теме. Может быть, даже студенты. Это вполне могут делать и студенты старших курсов. Поэтому очень рекомендую иметь такой четкий план. И вам хорошо, и делегировать можно. И другим хорошо, исполнителям хорошо. Так, почему блоки? А вот как раз вот возвращаясь к идее вот коротких модулей, да, которые хотят 94% пользователей. Если они хотят, то почему бы им это и не дать, да? Поэтому мы организуем свои курсы в ресурсном центре. Мы организуем свои онлайн-курсы по блокам. У нас есть курс, который делится на уроки. Каждый урок, в свою очередь, делится на несколько блоков. А в каждом блоке уже содержится глоссарий, текст. Глоссарий, конечно же, построен на основе текста, да? И упражнения разных видов.
с описанием. Вот, например, посмотрите, как мы описываем тексты, глоссарии и упражнения. Здесь все очень коротко, тезисно, но иногда нужен более пространный комментарий. Вы тоже, когда будете работать со своим курсом, можете делать такие вот короткие справочки, да, для чего вы советуете, рекомендуете делать именно это упражнение именно здесь. Так, вот такие вот у нас блоки. Интерактив. Обязательно, да, добавляем интерактив, как я уже говорила ранее. Интерактив мы реализуем вот в нашем ресурсном центре, мы реализуем на Moodle. Не весь курс там выложен у нас исключительно на Moodle. На Moodle у нас только интерактив, только интерактивные упражнения. Поэтому в конце будет ссылочка, вы можете туда зайти, ознакомиться с типами упражнений основными, которые мы используем. Но полностью весь курс вы сможете посмотреть только на нашем сайте, ссылка на который тоже будет в конце, на одном из последних слайдов. Далее. Так, не пропустила ничего? Нет, не пропустила. Так, определяемся с типом интерактива. Главное умение, которое, я считаю, нужно развить, это видеть возможности для интерактива повсюду. Например, что вы можете сделать на основе глоссария? Какие-то упражнения для дриллинга, кроссворды, анаграммы, где там «собери слово из букв», да? Карточки, флеш-карточки для запоминания с картинками или с переводом, или с тем и с другим. Сопоставление английского и русского эквивалентов или английского нового слова с его определением или с каким-то более простым описанием. Здесь ваша фантазия безгранична. Что можно сделать на основе текста? Если это, конечно, не реализовано у автора того учебника, который вы, например, взяли за основу, вы можете сделать упражнение «Вопрос-ответ». Сопоставьте половинки предложений. Сопоставление вопросов к тексту и ответов на него. Утверждение «True-False», верно или неверно. Или тест с выбором из нескольких вариантов одного верного ответа или нескольких верных ответов. Если вы на «ты» с интерактивной платформой, то это все можно сделать, вот разработка одного урока, интерактив для одного урока, занимает примерно 40 минут, час. Вот полного вот этого набора упражнений, которые позволят вашим студентам курса усвоить новую лексику, да, расширить словарный запас и из пассивного перевести владение лексикой в актив, да. Упражнения, да, в вашем учебнике, который вы выбрали за основу, могут быть разные типы упражнений. Здесь короткая памятка, как их можно перевести в интерактив. Вот слева у меня идут формулировки заданий. Они, конечно, у авторов могут отличаться, но я постарался сделать наиболее общими, чтобы было видно, что из чего можно сделать. И справа идет название типа задания, которое используется на Moodle. Соответствие или соответствие с перетаскиванием. Это там, где match-up, упражнение по сопоставлению. Сортировка, group sort, там, где нужно делить слова на 3-4 категории и так далее. Так, у меня есть что-то в вкладке «Вопросы». Какие стратегии вы бы порекомендовали для поддержания мотивации и вовлеченности студентов в процесс обучения на онлайн-курсах? Я буквально через пару минут отвечу на ваш вопрос. У меня как раз вот вы предвосхищаете. Сейчас, если не возражаете, я вернусь к слайду. Дальше. Выбрать пропущенный элемент, если complete the sentences with given words или fill the gaps. То есть вот для филлеров мы выбираем выбор пропущенного элемента. Так называется интерактив на Moodle, да? Open the brackets. Откройте скобочки. Например,
поставьте глагол в нужную форму или прилагательное в какую-то превосходную степень. Да? Здесь вот краткого ответа. Так называется интерактив вот на этой платформе. Верно-неверно – это для упражнений true-false. Вот такой массив мы уже примерно себе представили, каких мы интерактивов наделаем. Да? Но это же еще не все. Сейчас я покажу примеры, как это выглядит на Moodle. Ну, тут все довольно-таки академично, да, и без картинок. Вы можете добавлять в свой курс разные изображения. Этого вам никто запретить не может. У нас все академично и строго, потому что мы видим свою конечную аудиторию, организации, университеты, где все должно быть так минималистично. Поэтому вот у нас все вот так вот. Здесь вы видите примеры, как выглядит задание с открытым ответом, да, раскройте скобки, есть поле для ввода ответа. А вот теперь ответ на вопрос. Им скучно, что делать? Как повысить мотивацию, как разнообразить вот это все, как сделать это более живым и близким человеку, да, чтобы у него не пропадала мотивация изучать даже очень серьезную, даже с первого взгляда неимоверно нужную, но скучную штуку, что уж там говорить, да. Что можно сделать? Вот здесь я привела пример для юристов, потому что у нас есть курс английский для юристов, там безумно сложная лексика, большие достаточно тексты. Ну, юристам не привыкать к большим текстам, да, но на иностранном языке достаточно сложно воспринимать. А я здесь представляю свое видение, как можно повысить интерес и вовлеченность, и мотивацию. Интервью с представителем профессии. Можно найти его в интернете, выбрать какого-то интересного спикера и разобрать интервью с ним. Особенно это будет будущим юристам интересно, да, студентам. Отрывок из документального или художественного фильма. Разобрать его по полочкам. Здесь на картинке вы видите отрывок, кадр из фильма «Legally Blonde». «Блондинка в законе», по-моему, называется. Это еще старый фильм. Там рассказывается о девушке, такой простой, непосредственной, которая вслед за своим парнем, которого она была влюблена, пошла учиться вот на специальность юриста. Там очень много юридической лексики. Можно взять и разобрать какой-то отрывочек, например, судебное заседание какое-то, дело, да, или их лекцию, как у них урок проходит, какие там моменты были и смешные, и серьезные. Почему нет? Дальше. Такой хороший ресурс, как TED Talks. Этот ресурс я сама сформулировала как на стыке лекции и стендапа. Там обсуждаются серьезные темы с каким-то юмором, живыми примерами из жизни. То есть всегда надо соединять вот эту вот высокую теорию с жизнью человека, с жизнью общества. Какая-то вот иллюстрация, какие-то примеры должны быть, какая-то конкретика. Вот мне нравится очень сервис ISL Video Quiz. Это там, где вы по отрывку из любого фильма, любое видео с YouTube, с TED Talks даже, да, вы можете загрузить туда ссылочку. Искусственный интеллект вам проанализирует, какие там темы по грамматике и по лексике затронуты, и даст вам возможность сделать несколько типов заданий прямо внутри этого видео. Там существует просто watch mode, когда вы просматриваете видео сначала с учениками, потом вы включаете play mode, игровой режим, и они опять смотрят это видео, и в определенном месте оно останавливается и не продолжится, пока вы не введете ответ на вопрос. Вот это очень интересная штука. Там есть и вопросы с открытым ответом, и выбор из множества вариантов, и раскройте скобочки, и чего там только нет. Очень призываю вот таким образом разнообразить ваш процесс. Анимированные видео. Сейчас можно создавать их самим на основе каких-то мультяшных персонажей, да, how to, например, как сделать что-то. Очень много таких роликов в интернете, например, как узнать дорогу, как заполнить бланк, все это на английском есть в огромном количестве. А статьи из блогов или онлайн-изданий, поскольку сейчас все же читают блоги, каналы, телеграммы,
Почему нет? Почему не найти что-то актуальное, цепляющее, где есть что пообсуждать? Да, вот прям оставить коммент хочется, да, под некоторыми темами. А, подкасты. Например, Six Minute English от BBC. Старый, добрый Six Minute English. А, подкасты на любые темы. После, есть упражнения, вопросы, скрипты. То есть готовый такой к внедрению, блок, единица. Вот таким образом можно, разнообразить. Здравствуйте. Ну и непосредственные источники я прокомментирую ссылки. Первые две ссылки – это ссылки на материалы, где я брала свою аналитику. Дальше ссылка на онлайн-курсы в нашем ресурсном центре. Сейчас там 20 курсов. Чтобы человеку понять, он готов вообще к этим курсам или нет, там есть видео-викторина, созданная как раз на ISL Collective, где вы слушаете беседу, да, и выполняете задания. И есть расшифровка к этим заданиям, готовы вы или не готовы к прохождению курса профессионально ориентированного английского. Сейчас у нас 20 курсов, будет еще немножко больше со временем. Поэтому эти курсы, они могут использоваться как для самостоятельного обучения, да, потому что там все уже удобно поделено на блоки, там все расписано, так и преподавателям. Преподаватель может встроить прям сразу целый блок, включить его в свой курс. Да? Все они доступны по подписке, но и без подписки можно зайти, оценить. У нас, по-моему, в каждом курсе по первому уроку открыто. То есть можно посмотреть, зайти и посмотреть. Подборки. Это подборки, они подсвечивают то, что есть в нашем электронном каталоге. Конечно, он гораздо больше, чем подборки. Подборки – это просто вот выжимки определенные, просто чтобы вы посмотрели, оценили, что есть, что можно взять, да, для себя полезного. Наша группа в ВК, где у нас регулярно публикуются какие-то интересные факты из тех книг, что есть в нашем ресурсном центре, совершенно из разных профессиональных областей и из областей нашей жизни. Какие-то исторические факты, да, какие-то полезные штуки, там даже для собеседования что-то было. Поэтому присоединяйтесь, будьте с нами. И, конечно же, приходите на мои вебинары, где я и дальше буду делиться с вами полезной информацией или какими-то новостями, которые появились у нас в нашем ресурсном центре. Вот, на этом, если нет вопросов, то я отключаюсь, но давайте все-таки посмотрим, да, есть ли у нас какие-то вопросы. Может быть, кто-то хочет прокомментировать мое сегодняшнее выступление. Если вам понравилось, то обозначьте плюсиком или огонечком, если вам было интересно слушать то, о чем я говорю, если что-то вам откликнулось, что-то было полезно, да, вызвало какую-то реакцию. Так, спасибо. Так, есть ли вопросы у нас у участников? Призываю активнее задавать вопросы. Так, во вкладке «Вопросы». Так, какие аспекты культуры страны изучаемого языка, на ваш взгляд, важно включить в онлайн-курс иностранного языка? Вопрос от Дмитрия. Так, Дмитрий, на мой взгляд, я бы включила те аспекты культуры, которые могут значительно, незнание которых может значительно снизить качество общения и в целом качество жизни или пребывания в стране изучаемого языка. Например, культура коммуникации, да, по разным поводам, деловой коммуникации,
повседневной жизни, знание праздников, потому что нам надо знать, когда выходные, да, когда, возможно, могут быть затруднения с трафиком, там, да, что можно говорить, что нельзя говорить, например, по определенным случаям, да. В английском есть ложные друзья переводчика, слова, которые часто путают русскоговорящие. Поэтому я бы вот эти вещи обязательно бы включала, хотя бы как-то минимально на уровне комментария. Потом какие-то культурные коды, которые есть вот в каждом языке, да, особенно если они касаются как-то вот в повседневной речи мелькают, какие-то сравнения с чем-то, да, чтобы понимать, о чем вообще речь идет, да. Идиомы. В общем, основные праздники, идиомы, потом реалии без перевода, реалии жизни, которые, аналогов которых не существует в русском языке, там, в русской культуре. Вот эти будут вещи я бы, конечно, включила. И еще один вопрос. Какие навыки и знания, по вашему мнению, наиболее важны для успешного обучения иностранному языку онлайн? Так, навыки и знания. Ну, знания, конечно, своего предмета, который вы преподаете, знания технологий на том уровне, которые позволили бы вам максимально эффективно создавать и продвигать ваш курс. Коммуникативные навыки, общение с своей аудиторией, умение извлекать из нее нужную для вас информацию, умение выяснять потребности вашего клиента, вашего студента, вашего ученика, умение адаптироваться, перестраиваться, потому что иногда на занятиях приходится перестраиваться прямо на ходу. Потом стрессоустойчивость, потому что факторы человеческие, технические, они неизменно вмешиваются в процесс обучения. Нужно быть готовыми к этому в любой момент. Ну и, конечно, преподавателям важно оставаться открытыми ко всему новому, да. У преподавателей, у них просто, я считаю, что уникальная возможность продлить свою молодость. Как мы можем продлять свою молодость? Пока нам что-то интересно, пока мы хотим узнавать что-то новое, мы молоды. Мы на одной волне со своими учениками. Мы берем от них все лучшее. Поэтому вот умение видеть это, брать себе, адаптируя, возможно, перестраивая, потому что у наших учеников есть какие-то вот инсайты, они порой говорят такие фразы, которые тебе помогли бы и в общении, и в бизнесе. Причем они могут говорить это совершенно вот на голубом глазу, что называется. А тебе нужно только вот быть открытым, слушать и брать от них вот это вот все бесконечно. Естественно, адаптируя своим критическим умом, аналитическим. Какие советы вы бы дали студентам, которые только начинают обучение иностранному языку онлайн? Не ждать быстрых результатов. Это первое. Здесь, как в нашей пословице говорится, курочка по зернышку клюет. Каждый день, незаметно, постепенно. Изучение иностранных языков, оно сродни спорту. Мы же приходим в тренажерный зал, мы не ожидаем увидеть красивое тело после первой или второй тренировки. Мы работаем, не ожидая мгновенных каких-то результатов, не ожидая мгновенных каких-то бонусов. Это вот первое – настроиться на долгую и вдумчивую работу. Второе – выбрал курс, выбрал преподавателя, да,
Тебе очень повезло, если тебе попался тот преподаватель, с которым тебе комфортно, с которым тебе интересно. Не смотри излишне по сторонам. Не надо везде вот читать интернеты, а я знаю, что вот это вот так, вот здесь вот так. Нужно быть приверженным своей выбранной цели и максимально впитывать от своего преподавателя. Потому что хороший преподаватель может дать очень много. Надо просто вот уметь брать. И третье, что я посоветовала бы, это найти то, что нравится, и применить это как-то вот в учебе. Что я имею в виду? Например, если вам нравятся сериалы на английском языке, попросите вашего преподавателя включить отрывки из сериалов и разберите их вместе. Да, вы оттуда можете очень много подчеркнуть интересного. Если вам нравится слушать музыку, изучайте английский по песням. Есть даже такие курсы. В общем, как-то это привяжите к своей повседневной жизни. Сделайте это не какой-то принудиловкой, учебой, а включите это в жизнь. Вот есть же какие-то мобильные приложения в дополнение к вашему курсу, где можно изучать слова просто так вот играючи. Вот как вы играетесь в компьютер, там, в компьютерные игры, мобильные игры, также поиграйтесь в приложение по изучению языка. То есть, чтобы это не было вот каким-то препятствием. Вот, ровно с 7 до 8 я учу английский, а дальше я ничего не делаю. Ну, встройте как-то английский в свою жизнь, если вот вы начали учить английский или другой иностранный язык. Почему нет? Какие-то игры. Я своим студентам всегда скидываю какие-то игры на World Wall. Им нравится. Особенно тем, кто в школе учится. Они играют даже в свободное время. Вот. Скидываем какие-то клипы, отрывки на английском языке, например, по теме нашего урока, чтобы они посмеялись. Ну, посмеялись уже как-то все это. Ближе к сердцу, роднее стало. В общем, привяжите какие-то вот положительные эмоции, какой-то позитив вот к этому рутинному процессу. Вот, добавьте вот этой вот красочности. Вот такие вот советы. Спасибо. Спасибо. Дмитрий, есть ли еще какие-то вопросы у нас? Может быть, в чатике кто-то хочет написать вопрос? Так, вопросов? Матросов нет вопросов. Я благодарю вас за терпение. Я благодарю всех, кто остался со мной от начала до конца. Спасибо вам большое за внимание. И до новых встреч на следующих вебинарах в рамках Директ Академии. Всего доброго.